будет обращен к девочкам, у кого есть детки. У нас сейчас у Даниэльчика лезут сразу два зуба, верхний и нижний, и он прям очень сильно капризничает, ему нужно быть постоянно на руках. Обычно мы списались дентинормом, но что-то сейчас он не работает. А температуры у нас, слава богу, нет. Просто вот его беспокоит, видно, потому что очень болезненные ощущения. Может быть, есть что-то эффективнее нашего дентинорма? Я не знаю. Гелем, нурофеном тоже мазали десна, но как-то не очень хорошо. Сейчас, по крайней мере, он нам помогает. Вот. Напишите мне, пожалуйста, чем вы пользуетесь, когда у деток режутся зубы. Покажи, сынок, зубки. Давай покажем, где зубки режутся. Покажи. Вот тут, скажи, нижний режется, не дает мне покоя, да. А верхний вообще прям десна черная, кровь запеклась. Вот так, да. Ой, вот так радуется карамелька. И не капризничает зайчик мой. Прям бедный, сразу два, конечно, так тяжко надо. Ты че балуешься?